Дорога, такая вот сельская жизнь. Шел вот такое вот, я увидел чудо, оно лежало на дороге, вернее рядом с тротуаром. Вот тротуар, и вот эта вот фотография, старая видно фотография какой-то женщины. На мой взгляд, безумно красивая. Давайте положим пока фотографию. Кстати, сзади здесь что-то написано. Короче, эту фотографию мы с вами рассмотрим, когда пойдем на мостик. Друзья, давайте достанем фотографию и посмотрим ее более внимательно. Вот она у меня в пакете. Что-то мы сегодня с вами на ретро перешли. Но я думаю, это даже прикольно. Друзья, я думаю, здесь этой девушке лет 20-19 на вид, не старше. Представьте, 71 год, вот так выглядели наши русские женщины, не зря их называют самыми красивыми. Если, конечно, повторюсь, эта девушка жива, может быть, куда-то на кладбище несли, вернее, в ритуальное агентство эту фотографию, чтобы сделать плиту, например. Давайте встанем и почитаем, что написано. Вот так вот фокусируется телефон, камера, вернее, телефона. День моего рождения, когда мне исполнилось 16 лет. Или Галина, или Татьяна. Вот, давайте попрощаемся с этой прекрасной, безумно красивой богиней, девушкой. Фотография, друзья, на дно уходит. Может быть, из-за течения. Но я считаю, ей лучше на дне. Я же влогер. Не блогер, а злогер. Злогер. У меня ВКонтакте такой статус стоит, поэтому вы можете меня называть злогером. Друзья, я иду гуляю с магазина. Вот у меня тут энергетика, я взял энергия такая вот. Драйв. Это не реклама, просто я его обожаю. И вот пакет с пятерочки. Ой, с магнита. Прошу прощения, с магнита. Совсем уже запутался в этих супермаркетах. Вот эта дорога проезжая. Проезжая часть. Вот так вокруг вот сельская местность здесь. Я еду с Дмитрова, Рогачева, в общежитие. Такая вот дорога. Такая вот сельская жизнь. Друзья мои, дорогие друзья, подписчики и просто мимо проходящие люди, я вот шел, вот такое вот я увидел чудо, оно лежало на дороге, вернее рядом с тротуаром. Вот тротуар, и вот эта вот фотография, старая видно фотография какой-то женщины. Такая вот фотография. Сейчас коронавирус в стране, думаю, не так опасно. Все равно брать в руки, это же фото всего. Думаю, оно... Да и вообще, эта зараза, она, я думаю, выдуманная. Хотя, кто его знает. Но думаю, что я ничего не подцеплю от этой фотографии. Просто не смог мимо пройти этой чудо, не знаю даже, наверное, безумно красивой женщины. Такая вот женщина, на мой взгляд, безумно красивая. Давайте положим пока фотографию. Кстати, сзади здесь что-то написано. Давайте почитаем. Наверное, слава от... Тамары, или я не могу разобрать, пишите в комментариях, если вы разобрали этот почерк. Даю это в ваши руки. Перевод, скажем так. День моего рождения. Когда мне исполнилось 16 лет. И что-то здесь. Девочка
Я не могу, друзья, разобрать. Пишите в комментариях, если вы разобрали этот почерк. Мне будет очень интересно почитать, что вы видите на этой фотографии, вернее, сзади этой фотографии, какой текст. Я не могу понять, буду ломать голову, буду разбирать. Мне самому очень интересно посмотреть. Вот такая вот фотография, довольно-таки старая. Давайте ее посмотрим на мосту. Друзья, я думаю, меня слышно. На улице дождик начался. Короче, эту фотографию мы с вами рассмотрим, когда пойдем на мостик. Может быть, даже на другой мостик, на котором я не особо часто бываю. Здесь много таких мостиков с ручьем. Я не знаю, как правильно сказать. Что-то вода, я слушаю этот звук, мне кайфово. Плюс там мечтаю. Но вот мы с вами постоим, посмотрим эту фотографию, подумаем о судьбе этой героини, которая когда-то, наверное, я не знаю, жива она или нет. Может быть, ее давно уже нет в живых, этой женщины. Но очень интересно поразмышлять о ее судьбе. Поэтому пойдемте, наверное, с вами на мостик и посмотрим более внимательно. Еще дождик начинается. Вот, там деревья, и думаю, мы не так с вами намокнем. Да и фотография не испортится. Друзья, идем на мостик с вами. На улице дождь, я в маске, сейчас коронавирус. Я уже говорил в своих других видосах, то, что карантин еще не сняли, и, наверное, не скоро снимут. Уже первый месяц лета. Как вы видите, все, вернее, я, и в других моих видео есть люди, которые не снимают и ходят в масках. Кто-то ходит без маски. Я решил не рисковать. Поэтому пойдемте и посмотрим. Кстати, сирень цветет такая сзади меня. У людей еще не отцвела сирень. Мостик я уже показывал в других своих видео. На нем я люблю слушать пение птиц, журчание воды и просто отдыхать выходные свои от работы дни. Да и просто, когда иду по пути в магазин, захожу на этот мостик, стою, наслаждаюсь тишиной, уединением, на «ты» самим собой, как говорится, с природой наедине. Вот так, наверное, правильнее будет. Не особо, конечно, здесь не какой-нибудь там заповедник, какая-то речка вонючка, но все равно меня успокаивает журчание воды. Все слышите, наверное, да, мы уже сюда пришли. Пение птиц, я думаю, вам тоже слышно. Давайте тихонечко послушаем и повертим камеру. Вы вспомнили это место. Давайте, друзья, все-таки остановимся и будем и разберем эту фотографию. Стоим, подумаем о судьбе этой прекрасной и замечательной девушки. И, на мой взгляд, безумно красивые. Все-таки раньше были очень красивые девушки. В принципе, и сейчас они тоже красивые. Но раньше они были, на мой взгляд, более естественные, женственные. Не было столько косметики крутой. Да и вообще климат был другой. Наверное, поэтому тоже эта роль немалую играет. Поэтому давайте посмотрим с вами фотографию. Ну и, естественно, почитаем более внимательно, что там написано. Попытаемся разобрать текст. Поэтому не забываем ставить лайки, делать репосты, подписываться на мой канал. Друзья, давайте достанем фотографию и посмотрим ее более внимательно. Вот она у меня в пакете. Кстати, я себе купил вот такую вот маску. На мой взгляд, она более такая няшная. Нет, наверное, не няшная, более такая брутальная, прикольная. Надоело это, скажем так, медицинское. Хочется более такую вот понтовую масочку, чтобы мне снимать новые видосики свои для вас, более круто выглядеть, скажем так, перед вами. Ну, там рулетики всякие, к чаю, сигареты меня сосед просил взять. Курить, кстати, друзья, курить вредно. Это, я ни в коем случае не пропагандирую вредные привычки. Если в моих видео вы когда-то видели, могли наблюдать вредные привычки, я ни в коем случае не пропагандирую курение. Опять ползает маска. Вот так, думаю, я круче выгляжу. Не пропагандирую курение, распитие алкогольных напитков и все прочее. Просто
иногда так случается в жизни, и поэтому прошу у вас прощения за это. Я постараюсь своих новых видео поменьше выкладывать всякого такого дела. Друзья, давайте продолжим. Вот она красуется. Это, на мой взгляд, безумно красивая девушка. Что-то мы сегодня с вами на ретро перешли, но я думаю, это даже прикольно. Фотография, видите, как, да, убитая временем уже, довольно-таки древняя, в принципе, как и девушка тоже. Не, в данный момент, думаю, она не так, выглядит не так же, как на этой фотографии, но все равно, я думаю, в душе она такая же молодая девчонка, да и, думаю, бабулька тоже такая довольно-таки ничего. Симпатичная. Если, конечно, повторюсь, эта девушка жива. Может быть, куда-то на кладбище несли, вернее, в ритуальное агентство эту фотографию, чтобы сделать плиту, например. Ну, надгробную плиту, да, как правильно, не знаю. А, плиту на памятник. Надеюсь, это будет не... Надеюсь, это не так, друзья. Надеюсь, что эта фотография просто кто-то ее потерял. Скорее всего, дети этой женщины или внуки, внучки. Может быть, дети, а может быть, и она. Но надеюсь, что ни в коем случае она не была выкинута, а утеряна случайно. Давайте встанем и почитаем, что написано. Вот так вот фокусируется телефон, камера, вернее, телефона. Давайте почитаем более внимательно, что здесь написано. В дороге как-то, кстати, в дороге машины шумели, здесь шумит вот такой вот водопад, речка Вонючка, как я ее обозвал. Здесь я уже снимал свои видеоролики. Здесь мне как-то и народу почти нет, и как-то спокойнее. Как-то никто меня не напрягает, не смотрит на мои злостные дела. Я же злогер, друзья. Нет, не так сказал сейчас. Друзья, я же влогер, не блогер, а злогер, злюка, злогер. У меня ВКонтакте такой статус стоит, поэтому вы можете меня называть злогером. Друзья, я думаю, здесь этой девушке лет 20-19, на вид, не старше. Видите, такая у нее прическа, такая укладка в салоне. Недешевая, красивая, стильная такая, скажем так, губы накрашены, так вот, скажем, жирно. Ну, раньше, это, наверное, 60-е, 50-е годы, может, даже 70-е, не буду. Так, что я гадаю, давайте посмотрим. Так, 71-й, по-моему, вот представьте, 71-й год, вот так выглядели наши русские женщины, не зря их называют самыми красивыми. Пардон, соберу, пальцы в кадр залезли. Не зря наших русских женщин называют самыми красивыми в мире. Вы можете убедиться, посмотрев сейчас на данную фотографию. Такие вот наши русские женщины. Друзья, неудобно мне, я штатив не взял, держать фотографию в руках. Вернее, телефон в одной руке, фотография в другой. Но я попытаюсь. Такая вот, такие вот у нее глаза задумчивые. Видите, какие тонкие черты лица. Такая вот у нее, в такой она позе, как будто бы задумалась. Ну, в принципе, это для фотосессии стандартная такая поза. Но все равно довольно-таки интересно смотрится. Я как фотограф, друзья, я фотограф. Вы можете найти меня, Евгений Оболенский, в Инстаграме, ВКонтакте, мои аккаунты есть, странички в социальных сетях. Там посмотреть мои работы, фотоработы. То есть, как фотограф могу сказать, что это довольно-таки модельной внешности девушка. Даже не довольно-таки, а на модельной внешности. Шикарная, красивая, как говорится, такой жениться бы можно было бы. Поэтому пожелаем, наверное, ей долгих лет жизни, если она еще с нами на этой планете Земля. Пожелаем ей долгих лет жизни. Ну и, конечно, побольше здоровья, поскольку она уже бабушка, наверное, пенсионерка, а может быть, уже ее и в живых нет. Такая вот замечательная
даже, скажем так, очень красивая девушка. Друзья, такая вот замечательная, очень, на мой взгляд, безумно красивая девушка. Такая вот безумно красивая, 19-20 лет. Мне кажется, пишите в комментариях, как вы считаете, сколько лет этой девушке. И вообще, что это за фотография, откуда она, потеряли ее или что-то хотели с ней сделать. Наверное, это выпускница какого-нибудь вуза. Друзья, у меня просто слов нет, честно вам скажу, нет слов. Я не знаю, как дальше, что, вернее, дальше мне вам рассказывать. Наверное, все-таки я какие-то свои мысли оставлю при себе. Но безумно красивая девушка. Я думаю, не просто так нашел эту фотографию. Зачем-то это создателю нужно было. Или кому-то. Пишите в комментариях, кому. Мне самому интересно, кому это нужно. Друзья, давайте еще разок почитаем. Попытаемся, по крайней мере, разобрать почерк, что здесь написано. Так. Словяне от Таллина. В день моего рождения, когда мне исполнилось 16 лет, я девочка. Последнее слово, друзья, не могу разобрать. Тут 14.3.71 год. Пишите в комментариях, если вы все-таки разобрали. Может быть, из вас есть люди, которые каллиграфией занимаются и смогут это все расшифровать. Мне было бы очень интересно почитать ваши комментарии. Друзья, видите, все-таки я ошибся, ей 16 лет. Даже, ну, выглядит она постарше, конечно, 16. Видимо, потому что серьезная такая фотография, серьезный у нее образ у этой девушки на этом фото. Поэтому она и выглядит так, с косметикой. Довольно-таки взрослый, старше своих лет. Эх, друзья, может быть, ее Татьяна зовут. Что-то вот я смотрю. Или Галина, или Татьяна. Вот, давайте попрощаемся с этой прекрасной, безумно красивой богиней, девушкой. Отпустим эту фотографию. Пусть она лежала у дороги, думаю. Все-таки домой я ее, вернее, в общежитие не понесу, я ее здесь. Не буду я ее выкидывать, не хочу, чтобы на это красивое лицо наступали люди ногами. Поэтому мы просто ее опустим по течению и попрощаемся. Давайте. Вот такая вот тут речка. Вонючка. Она на самом деле не воняет, друзья, просто она мутная постоянно из-за дождей, поэтому я ей дал такое прозвище — речка Вонючка. Давайте отпустим эту девушку в дальние путешествия. Так. Как же здесь везде коряги. Давайте так вот ее отпустим. Опа. Если она не утонет. Нет, видите, фотография. Фотография, друзья, на дно уходит. Может быть, из-за течения. Но я считаю, ей лучше на дне, чем у кого-то под ногами. Все, друзья. Фотографий больше нет. Поскольку я не коллекционер таких вещей. Все-таки. Вон поплыла. Все видите, да? Все видели, поплыла фотография. Все-таки давайте попрощаемся с Галиной или Татьяной, пожелаем ей плыть хорошего течения, вот, хорошего, как моряки говорят, попутного ветра. Моряки, пираты, не знаю кто. Наверное, пираты больше так говорят. Вот, все, фотографию уже не видно, она скрылась за горизонт. Вы не видите, да? Я тоже не вижу. Друзья, давайте попробуем приблизить. Нет, фотографии уже не видно. Друзья, хочу вам показать сирень. Сзади меня она цветет. Еще не отцвела пока. Сейчас 6 июня 2020 года. На дворе
в мире коронавируса я в маске. Но даже в маске, тут машины, кстати, ездят, я по проезжей части, даже в маске я ощущаю этот запах сирени. Думаю, это такая не то что шутка, стёб какой-то, действительно, даже сквозь маску пробивается этот запах сирени. Ну и видите сами, какой сзади меня вид, шикарный вид. Ну и, конечно, в нос сквозь маску бьет запах цветущей сирени. Вот так, такое вот шоссе. И такой вот вид с дороги, проезжая часть. Везде сирень, одна сирень. Ну и, естественно, циркушка, цветы, цветущая сирень, дождик маленький.